and learners reach that vision. Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан объявили в среду в Сан-Франциско о намерении пожертвовать более $3 миллиардов на предотвращение и лечение различных болезней. Основатель социальной сети Facebook хочет направить инвестиции на создание исследовательского центра под названием BioHub. Он займется изучением клеток организма и разработкой специального чипа, который сможет диагностировать болезни и следить за кровообращением. Новый центр, по словам Цукерберга, объединит медиков и инженеров из университетов Сан-Франциско и Калифорнии. Это огромный шанс работать вместе и создать технологию, которая помогла бы не только тем, кто будет здесь, в BioHub, но и по всему миру. Это прекрасная возможность стимулировать увеличение финансирования науки по всему миру. Такой вот план. Инициатива также направлена на развитие новых методов борьбы с такими инфекционными заболеваниями, как ВИЧ, Эбола и Зика. Основатель Microsoft и самый богатый в мире человек Билл Гейтс поддержал благотворительную инициативу Цукерберга и Чан.